Я там часто играю. И мы уже перешли. А я нет еще. Я да. Так, получилось. Да, я перешел. А что это тут? Что за? Ну дефмач тут. Короче, тут бесконечные, так сказать, убийства, что ли? Нет, не бесконечные. То есть тут возрождаешься после убийства. Во. И можно пушки выбирать там. На 1, 2, 3, 4, 5. А, окей. То есть, мне кажется, как-то более удобно, что ли? Да, окей. А Игорь где? Он еще не дошел. Игорь, заходи, тут прикольно. Игорь. Я зашел, зашел. Да, выбирай, короче, оружие, если выбрал авапу и дигу. Окей. Так, кстати, это первый деф-матч, в котором разрешают брать авапу. Я просто Диман, ты заснимай. Давай заново начинай, ну вот этот сервак. А, в смысле, я просто продолжу, чё же. Ты же говоришь то, что тебе не надо, ну ладно. Не, у меня сейчас нормально, когда альтап нажимаешь, он там переходит в другой совсем программу. А, хорошо. А так норм все. Все норм. Ой, я косой. Диман, да. Красава. Диман сзади. У меня 5 хп осталось. О. Ага. Диман красава, Диман тут 100 побед набирал. Да? Да, за 15 минут. Пока 3 на 0. Ну это пока. Ах ты! Вот ненавижу АВП. Почему? Потому что быстро убивают. Не успеваю ничего сделать. Это моя слабость, короче. АВП предыдущий. Так. Ай-яй-яй. Тут, правда, мало людей играет, но ничего, зато АВП есть. Тут в основном под ночь идут люди. Почему-то. Смотри, последний террорист с каким счетом идет. С каким? 0 на 200. Он, походу, не знает, что такое РС. Он, походу, не знает, что такое левая кнопка мыши. Не, реально, как так можно? 0-259, это вообще. Может, он вообще не играет? Может, он АФК? Так, 4 победы, да, ну, все дела шум. Да, вы еще здесь? Да, да, мы тут. Ага. Потом мне иногда прерывает связь там со скайпом. Что планируешь дальше делать на своем канале? Дальше? После прохождений Watch Dogs проходить. У тебя есть? Подозревать. А, нет. Ты скоро купишь? Ну, посмотрим. Потому что я слышал, там это онлайн будет, это прикольно. Это будет моя первая купленная игра в стиме. Так. Айк. По-моему, Игорь, выстрелили мы одинаково друг у друга. Айк, тащи, Айк, давай. Я просто попал, я тебя в последний момент увидел. Противника. Ах ты. Так, пацаны, я меняю оружие. Что-то мне с эмкой не прет. Не знаю почему. Попробуй с калашом. Попробуй. Ну не знаю, я выбрал авапу просто, потому что она убивает с первого патрона. Ну это да, если хорошо целиться. Ну это да. А я, как знаете, не такой уж хороший стрелок из авапы. И выбрал дигл, потому что из него еще можно прям так, ну, пострелять. Да, да. Я всегда дигл. И он, у него очень хороший урон. Да. Игорь, а ты с чем? Нифига себе. А пистолет? Дигл. Красава. Ух ты, а я же... Ну ладно, так, хорошо. Одним патроном посадил. Я тоже. Заметил, что тут читеры играют. Ну вот, Диман, ты меня спас. Ага. Ништяк, серию выдал сейчас. Да, я тоже прям такую серию, он дыш. Погодите, я сейчас запись приостановлю немного.
Нормально, ни у кого микрофона нету. Видимо, одна шкала. Воу-воу-воу, опять этот бас. Сейчас я его гранаты. Чувак, прикинь, выпрыгивай. Кстати, ребят, у меня есть еще один прикольный сервер, называется Пивка для рывка. Это как бы паблик, но он тоже крутой. А есть какие-нибудь игры? Мини-гейм, что ли? Ну да, что-нибудь такое там. Серф есть. А еще что-нибудь есть?